Путь к знаниям тернист и непрост. Прямое подтверждение этому можно увидеть на улице Архаринской в районе Красной речки. На пути к школе дорогу детям преграждает лужа, да не одна. Форсировать это препятствие пешеходам, да и автомобилистам тоже приходится на свой страх и риск. И происходит это не первый год. Масштаб проблемы сегодня оценил Данил Маевский. Давай будем переобуваться. Одну. Штанинки закатываю вовнутрь. Вне зависимости от погоды, жители улицы Архаринской, которая находится в районе Красной речки, вынуждены переобувать своих детей в резиновые сапоги, потому что ежедневный путь в школу им преграждает вот эта лужа. На той стороне находится частный сектор, там более 300 домов, очень много детей, которые ходят в школу на улицу Матозалки. Лужа действительно очень большая, поэтому, чтобы перейти на ту сторону дороги, а поскольку у нас нет сапог, приходится идти в обход и искать маршрут. Вот здесь, я вижу, по суше можно проскочить. Попробовать. А как дети-то в школу здесь ходят? Ну, вот так и ходят. Либо кто-то кого-то подвозит, либо переобуваем, либо обуваемся сами и на руках их переносим через эту лужу. Больше никак. После дождей здесь было по колено взрослым. То есть... Отправлять по кустам одного ребенка я тоже не могу, как бы он еще маленький, приходит как поросенок в школу. А то есть обязательный атрибут к портфелю еще и сапоги резиновые? Обязательно, и сменная обувь. То есть три пары обуви у него, одни на нем и две с собой. Как давно здесь эта проблема? Мы переехали в 2017 году, и я стала писать в администрацию с этого же года, как только сюда летом переехали. В 2017 году ответили, что на 2018 год назначат нам ремонт дороги. В 2018 году летом я написала еще раз обращение. Сказали, что до конца 2018 нам все отремонтируют. Но как бы в 2019 году я написала, в 2019 вообще ничего не ответили. А у вас остались письма? Что вам говорили? Ремонт дороги частного сектора по улице Архаринской и Керченской включены в программу благоустройства территории на 2018 год в пределах выделенного финансирования. Ремонт дорог частного сектора. Ничего и никого здесь не было. Перед выборами губернатора был грейдер, который прошел там по нашим улицам. И все. То есть вот эта лужа как была, так она и есть. Скоро выборы депутатов. Может быть, еще грейдер приедет? Ну, вряд ли, наверное. Обычно они приезжали за неделю-две. Подскажите, а как здесь без сапог можно пройти? Да никак. Вы видите, какие лужи здесь. Тут никак без резиновых сапог не обойдешься. А вы как? У вас, наверное, есть какой-то потайной ход? Лесочек вот так вот переходили, вот так вот на выступ там и туда, на ту сторону. Тут каждый год такая вот ерунда. Постоянно. Вот местные жители уже разработали свой обходной маршрут. Бампером не цепляетесь? Да цепляемся всем, чем можно. И пузом, да, и бампер, да, и все. Дорога вот такая вот. Почему никто не делает? Так вот, видите, деньги платим. Вы нас спрашиваете. Мы тоже спрашиваем, да, почему никто не делает. Вот у кого спросите? Кто бы сказал, да, почему так? Да. Страдают здесь и автолюбители, как мы видим. Рискуют подвеской и декоративными элементами. По поводу вот этой дороги на Архаринской. Какое вообще у нее будущее? Ну, пока вода в Амуре не сойдет, не упадет. Угу. Там потопление связано в связи с подъемом уровня воды в Амуре. То есть это не дождевые воды? Ну и дожди тоже добавили. Первоочередно это из-за поднятия реки. А когда спадет вода, что будете делать? Ну там посмотрим, что с ней, в каком она будет состоянии. И, ну, я так понимаю, наверное, будет необходимость ее отгрейдировать. Ну, отгрейдируем. Вот такой ответ мы получили в управлении дорог и внешнего благоустройства. Надеемся, что после нашего вмешательства обещание отсыпать эту улицу не останется на словах. Данил Маевский, Павел Павлов, Большой город Лайф.